Написали ребята письмо, большое, без ошибок, с рисунками, и скорее побежали во двор снеговика лепить. История о смелом путешествии снеговика-почтальона по зимнему лесу. В Самаре в филиале библиотеки номер 9 прошел показ спектакля «Снеговик-почтовик». В основу постановки легла сказка «Елка» известного писателя и сценариста Владимира Сутеева. Все наши спектакли, они ставятся именно по каким-то определенным произведениям, которые учат добру. Ну и, естественно, здесь рождается интерес к чтению в дальнейшем, потому что совсем маленькие детки, они же не умеют еще пока читать. Гостями библиотеки стали воспитанники детского сада номер 49. Они увидели уникальное шоу «Теневой театр». Им рассказывали истории не актеры, а фигуры-куклы, изготовленные из фанеры. Тут интересного, что тут не кукольный театр, а теневой. Я такого раньше не видела. Конечно, мне становилось немного грустнее, что нету Буратино там, а знаменника такого. К встрече дети подготовились, сделали своими руками поделки и подарили библиотеке. Ксения Баканова, Сергей Баскин. События.